Доброе утро, ребята! Начинается наша рубрика о здоровье. И шутка. Это невежливо. Ребята на тебя смотрят, а ты не обращаешь на них внимания. Тихо, тихо, у меня тут важный бой идет. Все понятно. Мишутку нужно спасать. И сделать это сможет только Тапси. Тапси, приходи скорей! Привет! Что случилось? Тапси, посмотри! Наш Мишутка увлекся игрой в смартфоне и ничего не замечает вокруг! Эй! Эй! Это прямо какой-то смартфону-зависимость. Это когда смартфон главный, а не человек. Все ясно. Сейчас будем спасать. Раз, два, три. Смартфон, замри. Ой, ой-ой-ой. Все остановилось. Что такое-то, а? Ой, доктор Пилюлькина? Тапси? Доброе утро. Мишутка, это невежливо. Ребята смотрят, а ты на них внимания не обращаешь. Правда? Ой, что-то смартфон меня загипнотизировал. Мишутка, ты просто позволил ему стать главным над тобой. Это неправильно. Смартфон – просто вещь. Он должен тебе подчиняться, а не ты ему. Представь, если бы главным над тобой стала бы вилка или ложка. А, еще чего? Вилка главная. Я самый главный. Я. Угу. Вот это правильно. А если ты позволишь телефону или компьютеру быть главным над тобой, то они тебе испортят здоровье. Как это? Например, если слишком долго сидеть за компьютером, заболит спина и позвоночник. Потому что мышцам нужно двигаться. А без движения они становятся слабыми. И тогда твоя спина превратится в вопросительный знак, как у Бабы-Яги. Помнишь, мы как-то это проходили? Да-да, помню. Не хочу я слабеньким быть. Я хочу быть огромным сильным медведем. А еще смартфон или компьютер могут испортить тебе зрение, потому что там все быстро прыгает, и ты сильно напрягаешь глаза. Зрение падает, и скоро придется начать носить очки. Очень часто дети играют на планшете или телефоне, лежа на диване. А это еще быстрее портит зрение. А вот мы сейчас проверим, какое у Мишутки зрение. Так. Мишутка. Что? Вот это что такое? Это самолетик. А, нет, грибочек. Нет, машинка. Ой-ой-ой-ой-ой. Не могу, не вижу, у меня все в глазах двоится. Да, плохие дела. Тебе срочно нужна помощь. Чтобы поддержать зрение при нагрузках, нужно обязательно принимать витамины. Особенно витамин А. И мышцам с позвоночником тоже нужно помогать. Каждый день стараться гулять и играть, чтобы они двигались. Витамины и мышцам помогут, чтобы быть сильными. Ну вот и все. Я побежал. Будьте здоровы. Спасибо тебе большое, Тапси. Ты нам и Мишутке очень помог. Спасибо. Пока-пока. Мне теперь страшно трогать свой телефон. Во-первых, он меня загипнотизировал. Во-вторых, глаза у меня болят из-за него. А может его выбросить, а? Нет-нет, Мишутка, это не выход. Сейчас телефоны есть у всех. И у детей тоже. А вот можно превратить телефон в своего врага, а можно в своего друга. А как я из него друга сделаю, а? Просто не смотри в него подолгу. Поиграл полчасика, пошел побегал. Посмотрел один мультик, побежал с друзьями поболтать. Разве твои друзья хуже этого телефона? Нет, мои друзья лучше. Что-то я давно Хрюшу не видел. Побегу к нему сейчас. Правильно. И вы, ребята, не забывайте дружить, играть и заниматься спортом. А телефон играть с вами в футбол или гонять на велосипеде на перегонки никогда не сможет. Ну его. Вот на этом у нас сегодня все. Да. Пока-пока.